Правоохранительные органы задержали Залкипа Курбанова, директора Минмелиоводхоз. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Курбанов незаконно заключил с подчиненными договоры о передаче им служебных квартир, находящихся в федеральной собственности. В результате этих противоправных действий был причинен ущерб на сумму около 30 миллионов рублей. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.